Основными претендентами на награды в этой дисциплине являются сборные команды Удмуртии, Санкт-Петербурга, Самарской области и Москвы. Эстафета чемпионата России пройдет в Сочи 20 сентября. Кроме того, спортсмены категории «Элита» в рамках Кубка России выявят сильнейших в олимпийской гонке кросс-кантри. В рамках всероссийских соревнований байкеры разыграют медали в гонку в гору. За награды в этих видах программы, в числе прочих, поборются гонщики сборной России Анна Коновалова, Антон и Максим Гоголев и Станислав Антонов. Ожидается также участие серебряного призера чемпионата мира этого года в кросс-кантри Ольги Терентьевой. В ходе сочинских соревнований состоится и первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет в многодневной гонке, и финал первенства России среди юниоров и юниорок 17-18 лет, и это гонка в гору. Грядущий чемпионат России прежде всего нужен для того, чтобы продлить спортивный сезон. Он даст спортсменам возможность лишний раз выступить на высоком уровне. Кроме того, соревнования позволят проконтролировать работу регионов, а также в очередной раз просмотреть кандидатов в сборную.